Но тем не менее, допустим, вы приехали. Зачем? Что смотрите? Что приглядываете? Посмотреть. Старых знакомых встретить. Технику посмотреть. Может, что новинка какая-то. Средства защиты растений посмотреть. Технику какую? Китайскую, корейскую. Или старую найти? Советскую. Совет. Нашу, нашего производителя. Наша российская. Нашего производителя. Понятно. А вообще иностранные у вас есть хозяйство? Нет. Ну, там какие-то. Опрыскивают ли. Сложно на них детали найти или все нормально? Пока 50 на 50. Понятно. Хорошо. Тогда рассказывайте, как у вас дела на полях. Вы успели посеять все? Да. Если все. Слава Богу, успели. Сходы хорошие в этом году. Только как у вас всех проблема одна мыши? Мыши. Чем боремся? Какие есть отравы, теми и боремся. Вы раскидываете их? Не, в норку. В норке, каждую норочку, ложечкой. Кормим каждую. Каждую мышку кормим. Что сейчас интересует в первую очередь? Какие покупки? Реализация зерна сейчас в первую очередь. Их интересует. Сколько у вас дается? Сколько у вас дается зерна? За фураж 9,50. За хорошую тройку 11,40. А себестоимость читали? Себестоимость 11 рублей. Это фуражные или тройка? Тройка. Вот и все. А урожайность у нас в районе 35 мы получаем. Да. Да. Ну а сейчас осенью будет дожди. Есть надежда, что урожай получится? Ну вот мы дотянулись до последнего перед севом, дождались, когда пойдут осадки, прошли, посеялись. Вроде и в этом году у нас пока радуется. Последние 3 года таких сходов не было. Не было, да. Великолепный вопрос. Все говорят, озимая пшеница по себестоимости продавать приходится. Увеличили площадь озимки? Наоборот, уменьшили. Уменьшили. А на сколько? 20%. Что будете делать с оставшимися оборотами? Пары. А вообще, если оборот у вас какой-то насыщенный, волосовыми или... Год на год не приходится. Ну, пары пшеницы или что-то еще? Пары, пшеница, рапс, бывает. Ичка. Горох. Горох. По погоде, по осадкам смотрим, какие осадки. Рапс успели продать? Нет. Зачем приехали на выставку? Выбирать трактор. И как? Успехи? Ну, успехи. Мы пока не дошли до наших производителей. Очень много Китая на выставке представлено. Вот. Очень много интересных моделей новых. Раньше не было Китая. В таком виде энергонасыщенных тракторов китайцы стали много делать. Вот. И как бы выставка в этот раз очень понравилась тем, что в основном все производители российские. Вот. Импорт тоже есть, но он представлен уже в остаточном ассортименте, так сказать. Поэтому как бы... Вас это радует или пугает? Нет, меня радует тенденция эта, конечно. Потому что как это сказывается, во-первых, на ценах продукции. То есть и качество подтянули наши производители. Так, ну, судя на визуальный осмотр, да, как бы крепко все выглядит. Вот, научились делать, можно сказать. Как бы так. Если присматривать этот трактор, значит, деньги все-таки есть. Все-таки себестоимость пшеницы была ниже. Нет, не в том плане, что деньги есть. Это, скорее всего, присмотр на будущее. Деньги были, да, но они уже потратились на другую технику. Приобрели сеялку зерновую в этом году. Вот. Ну а что касается цен, конечно, мы недовольны ценами. Хотелось бы лучшего. Но не знаю. Мы-то стараемся понять и правительство, и экономическую, и ситуацию в стране нынешнюю. Вот. Но все-таки нужно смотреть в другом направлении правительству, где извлекать средства. Не с аграриев, это точно. Потому что ну, тяжелая работа, и хотелось бы, чтобы она окупалась сполна. Очень много затратная и рисковая. Получаем прибыль мы один раз в год. Вот, и особо ее делить, кроме как с налоговой инспекцией, не хочется больше. Вот. Ну, посмотрим, короче. Занимайтесь только растениеводством.
растеневодством? Да, только растеневодством. Да. Ваш район считается хорошим, плодородным? Очень плодородным, да. Кочубеевский район – это один из самых плодородных районов Ставрополя. Вот. Ну, не скажу, что, может быть, даже самый. Вот на Александровский район, Новоалександровский район и Кочубеевский, они как бы конкурируют каждый год между собой. Меняют места. Тут один район первое место займет, то второй район. Поэтому так. Что-то пожелаете другим аграриям, которые вас увидят? Ну, я пожелаю не унывать, потому что тенденция производства сельхозпродукции на мировом рынке, она как бы имеет место быть и увеличивает обороты. То есть продукция востребована, население планеты увеличивается. Поэтому нужно работать, нужно улучшать технологии. Вот. Уже не получается заниматься землей на отвали, так сказать. Нужно стараться больше внимания уделять и интенсивности. То есть, ну, конкуренция растет большая. Ну, мы как бы стараемся работать. Вот. Роман Петрович, ну, ваше впечатление о выставке? Как изменились экспоненты? Выставка поражает. По-моему, людей больше и техники стало больше даже. Несмотря на уход там, основных там, Джундира, допустим, да, Кейса, но техники на самом деле больше, особенно много китайской техники. Тракторов мы насчитали производителей 8, наверное. Это я лично, а так, наверное, их больше даже. Вы китайскую технику рассматриваете? Пока сложно сказать. Мы, знаете, у нас такая политика. Мы присмотримся на остальных, а потом будем покупать. Но, наверное, последние вот несколько лет нам дают возможность сделать передышку. И это хорошо для нас, конечно. А, ну, у китайцев своя специфика. У них своеобразная философия продаж. Они продают без сервиса. И для нас это новая реальность, то есть нам надо в нее привыкать. И вот мы разговариваем с поставщиками техники, они объясняют, что можем вам поставить, но с сервисом могут быть проблемы. И, соответственно, нас тоже как бы отпугивает. Ну и плюс китайская всегда считалась ненадежной, хотя есть очень много примеров и надежных. Вот у нас погрузчики в хозяйстве работают, они уже по 6 лет и не ломаются, китайские, например. То есть мы думаем, что перспектива есть. Надо просто посмотреть, выбрать. Огромный выбор и... Пока нет факта результата работы ни у кого, поэтому придется, наверное, потратить несколько времени, чтобы понять производителю, сельхозпроизводителю, что же на самом деле лучше работает. Вы приехали на выставку, в деловой программе поучаствовали, все-таки технику посмотреть или, может быть, там, средства защиты для вас? Как для мы ходим, смотрим. Вот. Но мы встречаемся с нашими старыми партнерами, со всеми, они все здесь, и все дилеры здесь, и производители химии здесь. Хорошо работает Сингента, завозит препараты, уже больше завезла, чем даже в прошлом году. Никто с рынка вот, из серьезных игроков таких не уходит, поэтому есть с кем общаться и говорить о будущем. Ну и дилеры, которые, дилеры новые появляются, и дилеры старые, мы со всеми разговариваем. Конечно, у них набор техники уменьшился. Вот у больших, особенно которые были ориентированы на западный рынок, вот, у них набор техники уменьшился. Но, тем не менее, техника идет, по параллельному импорту идет. Идет напрямую, в том числе из Канады идет. Вот я удивляюсь, из Канады идут Барго напрямую в Россию. Например. Но почему нет? Будем дальше. Будем, значит, покупать, если деньги будут. По расходным материалам импортной техники есть какие-то слабые позиции, как фильтра, например? Или пока у вас все нормально? Вы знаете, по расходным материалам, ну, есть основные две проблемы. Это цена первая, потому что она выросла процентов на 60. Это к декабрю прошлого года, если я так говорю. И вторая – это сроки поставки. А да, и на 60 это я говорю в рублях, а в долларах она выросла на 100 и 110%. То есть с учетом девальвации доллара. Вот, поэтому у нас сейчас ситуация настораживает, и нам приходится закупать и создавать склад больше, чем он был, почти в два раза, чем, допустим, даже ковидный склад прошлого года. Вот у нас это тоже нас настораживает, честно говоря, потому что отнимает большие ресурсы операционных издержек именно на склад, который раньше был, держался у дилера. Это проблема. В данной ситуации это проблема с учетом рентабельности ножниц, цена, рентабельность, цена, себестоимость, в которую мы попали,
И эти ножницы, они не уходят никуда, они только уже и уже становятся. В какой-то момент они будут нас резать, а кого-то уже сейчас режут. Спасибо. Вы посевы, конечно, осенью сделали. Да. Ранние сроки более рентабельно выглядят, поздние еще зависит от предшественника. Пропашные предшественники, обработка почвы, все накладывается, и от предшественника к предшественнику, а зимой выглядят где-то лучше, где-то хуже. Да, в этом году многие вообще не дают минеральное питание, либо сокращают. Нет. Минеральное питание всегда закладываю на максимум. Потому что если нет питания, нет основы, и всегда закладка на максимальный урожай вносим. Никогда не экономим на этом, всегда вносим по максимуму. Мы заложили в этом году еще один новый семеноводческий завод. Поэтому семеноводческий завод. Да. У нас один в прошлом году мы открыли, да, большой завод Кимбрия компания на 150 тонн в сутки. И в этом году достраивает второй семеноводческий комплекс, тоже Кимбрия, тоже на 150 тонн в сутки. Поэтому... Семена каких будут? Пшеница. Пшеница. Мы пшеницей занимаемся. Да. Больше ничего. Тритикали, может быть. Кстати, я спрос на тритикали в России. Какая культура, которая там потихоньку спрос повышается. У нас, как обычно, фермера, они довольно-таки консервативные. И на все новое они охотно идут. Они должны увидеть у кого-то это. Один-два раза они увидят, потом они это себе берут. И тут такая же история, но потихоньку спрос повышается. Особенно вот он идет со средней полосы России. И вот сюда к нам уже идет, все потихоньку повышается и повышается. Да, тритикали раньше же была культурой животноводства. Сейчас животноводства не очень много. Белоруссия вроде бы пытается брать, но как бы селекционеры не стоят на месте. Сейчас уже есть хлебопекарные тритикали, которые соответствуют качеству хлебопекарным. И поэтому все больше и больше развивается. Спрос есть. Вы были в крестьянское хозяйство участие на Кубанском районе. Да. Они делают из тритикали хлеб. Но они просто проращивают тритикали, потом его измельчают, и хлеб не делают. Вы как советуете? Конечно, делать. Конечно, делать. Пророщенный хлеб, да. Это нишевый продукт, это новомодное вот это все. Оно, конечно, несомненно полезно, имеет свое место на рынке, но именно само по себе хлебопекарное тритикали, оно не уступает по качеству хлебопекарным качествам муки мягкой пшеницы и полноценно может его заменить. А так как тритикали менее восприимчив к болезням, он может выращиваться на более бедном агрофоне. Это неплохая замена пшеницы. Ну, знаете как, мы никогда не скажем, что у нас плохое настроение, да? Нет, почему? Вы все хорошие. Да. Но вы нам еще поднимаете настроение своими репортажами. Мы считаем, что Агробук – это самая крутая сельскохозяйственная площадка, информационная площадка, которая доносит правду не только с негативной стороны, но даже в негативном ищет позитив. И нам это очень нравится. Спасибо вам, девчата, за то, что вы делаете такие вещи. Стараемся, спасибо. С тех пор, как мы перешли на Наутил, так. Мы стали счастливыми людьми. У нас появилось время на общение. Я с вами всегда чёрствую. Я не пропускаю. На сегодня есть всего-навсего, я считаю, во всей России две программы, которые говорят правду. То, что кому есть. Агробук и сельский час. Не, вы молодцы, вы владеете огромной информацией, огромнейшей, и вы доносите эту правду. Не так, как некоторые товарищи, все в шоколаде у нас, в фирме Краснодара все в шоколаде. Да. Ситуация очень сложная, да. И вы эту правду доносите. We'll be right back.